В Бахмальском районе Джизакской области состоялась посадка первой партии луковиц шафрана «Крокус». Данный проект осуществляется в рамках подписанного между компаниями BMB Trade Group Узбекистан и Opera SRL Италия меморандума по выращиванию и промышленной переработке шафрана и других лекарственных растений. Посаженные на 10 гектарах более 5 миллионов луковиц шафрана были доставлены из итальянского города Брешия в Узбекистан, преодолев 6800 километров, и пересекли Словению, Венгрию, Польшу, Беларусь, Россию и Казахстан. В ближайшее время ожидается прибытие еще 75 миллионов луковиц для посадки на выделенных для проекта 400 гектарах, что позволит Узбекистану стать ведущим игроком на международном рынке шафрана. Ожидается, что проект создаст около 200 постоянных и 7000 сезонных рабочих мест для местного населения. Общая стоимость проекта составляет более 68 миллионов евро, из которых 34 миллиона евро являются прямыми иностранными инвестициями из Италии. Большая часть инвестиций будет направлена на приобретение и поставку высококачественных луковиц шафрана. Компания BMB Trade Group совместно с итальянской Opera SRL в рамках проекта также будут созданы дополнительные производственные мощности в шафрановом кластере для производства готовой продукции, востребованной в кулинарии, фармацевтике и других отраслях. Кроме того, уже заключен долгосрочный экспортный контракт на поставку переработанной и фасованной продукции шафрана на 12 миллионов евро с итальянской компанией GESFARM, поставляющей продукцию в более 5000 аптек в Италии. Buongiorno a tutti, sono Matteo Fassi, sono il direttore tecnico di BMB Opera Zafferano. Для меня большая честь участвовать в данном историческом событии по созданию одной из крупных плантаций шафрана в Узбекистане. До сегодняшнего дня итальянский шафран столетиями выращивался традиционно только в Италии. Это возлагает на нас высокую ответственность и доверие. Поэтому мы провели все необходимые исследования почвы и климата, которые показали, что выбранная территория идеально подходит для культивирования шафрана. Я и мои коллеги, ученые и специалисты из итальянского университета Пьяченцы, сделаем все, чтобы агротехнические работы были осуществлены на высоком уровне в соответствии с европейскими стандартами. Итальянские специалисты перед посадкой луковиц провели методический семинар и практические занятия с местным рабочим персоналом, в ходе которых были продемонстрированы современные агротехнические технологии. Volevo approfittare di questa occasione per ringraziare tutti i collaboratori dell'azienda. Очень рад, что все наше взаимодействие проходит слаженно и конструктивно. Необходимо отметить, что на этом этапе закладывается прочный фундамент для будущего развития кластера. Это позволит создать новые рабочие места для тысяч местных жителей, особенно из числа женщин. В последующем этот регион получит огромный импульс для своего экономического развития, улучшения коммуникационной инфраструктуры. Tra cui GESFARM, che si occupa.